Больше 800 миллионов тенге за два года вложили в развитие сел предприниматели Карасусского района Кустанайской области. По программе «Рухани Жангыру» они ремонтируют социальные объекты, строят жилье, спортивные сооружения и занимаются благоустройством. Очередным подарком меценатов стал детский сад на 96 мест. Наталья Строкова продолжит. Еще год назад в этом здании была гостиница. Теперь детский сад на 96 мест. Помещение на баланс отдела образования передал местный бизнесмен. Ремонт здания был произведен за счет спонсорских средств, порядка 17 миллионов тенге. И оснащение здания составило 13 миллионов тенге за счет средств местного бюджета. Животноводством и выращиванием хлеба Усман Сатаев занимается почти 40 лет. В социальную сферу родного края предприниматель ежегодно вкладывает по 20 миллионов тенге. Все мы здесь выросли, как говорится, на этой земле, на Карасусской. Поэтому ежегодно вносим материальную помощь. И вроде детей больше становится, рождаемость возросла. Поэтому, я думаю, это все это для района. Для наших жителей. Отопление в детском саду автономное. Экономичные бункерные котлы поставили спонсоры. В отличие от обычных котельных, они работают в автоматическом режиме. Круглосуточно поддерживают заданную температуру. За счет этого экономят топливо. В случае неполадок кочегары получают сообщение. На компьютер все приходят, какие-то неполадки там. И давление, температура в основном здесь две функции, которые выполняют. Они приходят сразу оповещением на телефоны. Новый детский сад может похвастать не только умными технологиями. Учреждение стало единственным в районе, где наряду с обычными работают и группы предшкольной подготовки с полным днем пребывания. До обеда у нас детки, значит, получают образовательные уроки, проходят у них после обеда вариативный компонент, театрализация, лепка, хореография, музыка. Всего в Карасусском районе 26 мини-центров и 9 детских садов. В прошлом году очередь в дошкольные учреждения исчезла. По детским садам с года до 6 лет у нас сегодня вопросов нет. Мы закрыли потребность. Сегодня в райцентре задумались об открытии коррекционной и школы с государственным языком обучения. Их строительство – ближайшая перспектива. Наталья Строкова, Ремик Мухамедьяров, Кустанайская область, Хабар-24.